Видишь за деревом лазер, стреляющий из космоса по лягушкам? Импортное лекарство от наркозависимости. Ха-ха-ха, вообще ор. Ага. Привет, Витёк на экране, и это... Выжить в интернете в Jackbox Party Pack 4. В свете последних событий, всяких там суверенных интернетов и прочего, я посчитал, что нужно еще разок пройтись по этой тематике, чтобы закрепить. Надеюсь, вы меня понимаете. Отправляемся. 3, 2, 1. Все собрались? Вау, у меня как будто бы рядом с именем галочка стоит. Вау. Не забывай, что ты всегда можешь присоединиться как зритель. Да. Бип-пу-пи-пип. Запуск. Пу-пи-пу-пу-пи-пип. Запуск. А у нас разве был русский язык раньше? Я что-то не помню. Здравствуйте, я Толя. Если вам нравится игра, оставляйте сердечки ВКонтакте. Или еще где-нибудь. И лайки в Ютубе. Сердечко нет. Если вы хотите узнать, как играть в эту игру, посмотрите инструкцию. Здорово, да. Народ, это Тусовщик 7, и я научу вас играть выжить в интернете. В каждом раунде вы будете получать задание. Ваша задача — ответить на вопрос. Затем эти ответы отправят другому игроку, а его целью станет переврать этот ответ наиболее глупым образом. Например, если мой друган Паша считает, что селфи-палки — это очень глупо, я вырву его слова из контекста. Вот мы на новостном сайте. Это очень глупо, будет ужасным комментарием к какой новости. Оу, точняк. Потом все голосуют за те ответы, которые выглядят самыми абсурдными. Я получу очки за свой ответ, а Паша получит немножко очечков как жертва. Кто наберет больше очков, тот и победил. На этом все, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. Ну пожалуйста, мне так одиноко. Первым будет... Я тоже так говорил. Слушай, не было русской озвучки раньше. Ребята, русская озвучка. Круто. Микроблок. Нам нужно хэштеги будет придумывать. Хэштеги, ребят. Наступил момент истины. Ну что ж, гоните ваши хэштеги. Чье яйцо крепче? Конкурс ударом по яйцам молотком. Вот это хэштег. Ну я знаю его. Этот игрок помог мне очень хорошо. Футболки или пёха? Пока странно. Не, ну реально, дурачки. Мир без пельменей. Что за фигня? Ну как так без пельменей нельзя? При необходимости буду готов переехать. Стихийное бедствие. Анальный выжигатель. Прям готов включить. Очень вкусно. Всем советую. Общественный туалет. Аниме-тянки топ. Хэштег Джо-Джо. Там же тянок нет вроде. Ну, в смысле, есть, но... Вау-вау-вау-вау. Даешь Half-Life 3. Хороший хэштег. Пока я спать. Мама, я хочу кушать. Непонятный хэштег, он же спать. Ну чё, голосуйте. Кто выглядит наиболее нелепо? Голосуйте. Только сразу, ребят, я вам сразу говорю... Вот эти имена, которые написаны, кто придумал, это... Вы не за них голосуете, вы голосуете за ответы, и вот эти имена написаны совершенно не те, чьи должны быть. То есть, чье яйцо круче, это моя фраза, но оценивается не фраза, а оценивается хэштег. Итак, ну-ка. Вот вердикт. Даешь Half-Life вот, побеждает. Вот что думает обо всем этом ваша аудитория. Вот кто вас более-менее рассказал. Приблизительно поровну. Ладно. Вот разминочный раунд, чтобы вспомнить вообще, как это работает. И жертве тоже немного очков из жалости. Да уж. Я заработал очень зрители мало. Зрители сказали свое слово. Лучший тролль. Так, а теперь разгоняемся. Хыч-хыч. Вот список людей, которых я считаю крутыми. Самые крутыши сверху. Я на последнем месте! 15 очков. Но на самом деле здесь можно просто ну в последнем же, раунде продолжаем. Выиграть. Поэтому далее... эта игра может перевернуть все кверх ногами. Сайт поиска работы. Рекомендация. Угу.
Итак. Готовы вы или нет, мы начинаем. Давай. Била указкой по рукам, учительница полового воспитания. Я понимаю, с этим грузином вполне смогу... Он неплохо учился. Алибаба его 40 разбойников. Малолетний, шаловливый и вообще ворует детей. На малепёха! Аплодисменты. Жадные, бесчувственные монстры. Депутат. Не должен хотеть убивать и пить анестезию. Условие на то, чтобы быть модером. Он всегда мне поднимает настроение, даже тогда, когда я совсем грустная. Розовый друг. Надо розовый гусь написать. Его нет. Майонез из кетчупа с чили найс. Чё? Кто это? Андрей Малахов. Хорошее описание. Нормально. Слушай, много смешного было. Вот все варианты. Было сделайте много смешного, выбор. Давай выбирать. Боже. Ну, я буду выбирать, наверное, то, с чего я орнул сильнее всего. Вот что думают люди. Залепёху. Хорош, я тоже залепёху проголосовал. Потому что он малолетний и ворует детей. Будем все знать про него. Тебя это выставляет не в лучшем свете. Не говори. Молодец. Как это изменит положение дел? Давайте выясним. О, а я уже поднялся с последнего места. Тара-та-та-та-та-ра-ра-ра. О, идея. А давайте будет... сайт краудфандинг. Краудфандинг. Ну давайте, дурики. Начали. Дурики. А-а-а, жопа горит. Сбор средств на мировой анальный выжигатель пердаков. Слушай, я, конечно, понимаю, но зачем ты презираешь его? Разве он что-то делал плохое? Операция по увеличению грудиной малепёхи. Всегда неожиданно изучает и появляется в нужный момент. Смысл жизни. Собираем деньги на смысл жизни, ребят. Не сверлите, а то приду и сверло в задницу засуну. GoPro бурим насквозь землю в Майнкрафте. Хороший краудфандинг. Полмиллиона рублей собрали. Миллиардер, плейбой, филантроп, знатный врун. Тони Старк собирает деньги на новую приставку. Что? У вас прекрасный смех. Похоронное бюро в нашем городе. Надо на открытие похоронного бюро. Видишь за деревом лазер, стреляющий из космоса по лягушкам? Импортное лекарство от наркозависимости. Вообще орд. Стоит того, чтобы потратить 1000. Сетка для ловли воздуха. Боже мой. Про наркозависимость это вообще орд. Начинайте голосовать. Я вам потом обложку на паспорт дам. Жесть. Блин. Я же говорю, за деревом лазер. Обращайтесь, пишет Лепёха. Ты в смысле грудь увеличивать или что? Давайте. Давайте, ребята. А вот и результаты. 5! Смотри, там смысл жизни кто-то оценил. Ох, зверобой. Ну ты лупанул сейчас. Выглядишь как придурок. Лепёх, это тебе посмотрим было адресовано. На результаты. О чем я и говорил, ребят, здесь за один раунд можно подняться с низов на самый верх. Легко. Ну, сейчас финальный времени раунд. Осталось только на картиночный. Что-то одно, так что закончит нашу игру. Фотохостинг.
Вот охостинг. В этом раунде очки удваиваются, так что произойти может буквально что угодно. Хорошо. Не выиграл я здесь, ну, это точно. Я едва сдерживаю эмоции. Слил фотку маяка. А видите, кто там на него, на нем сидит? Это я. Не понял. Смотрите, какую вышку электропередач у нас в Мухосранске поставили. Лепёх из четырил и построил это на спутнике, стреляющий лазером по лягушкам. Мама сделала бутер со странной колбасой. Это авокадо. Готов встретить экзамены на повышение квалификации. Чего? Опять оно? Съев это, ваш маяк вырастет до небес. Называется читать продолжение в источнике. Ничего не понял. Так. Пришел подкачать свои новые высшие образования. А, лепеха. Понятно. С новыми грудями пришел. Посмотрите на мой дом в Майнкрафте. Я строил его 10 лет, и в него даже крипер не зайдет. Правда, жизнь. Что-то странное. Почему-то очень много повторяющихся фоток было. Я вообще первый раз вижу, что в этой игре фотки повторяются, честно. И как-то не смешно было. Так-то. Ну, не всегда смеяться. Смеялись в прошлом раунде. Посмотрим, кому достались очки. Давай. Тебя уничтожили. Лепеха, тебя, походу, дело несколько раз подряд уничтожили. Ну, это тоже умение, на самом деле, писать самое смешное, из чего делают гиперсмешное. Так-то. Ну, я где-то там в низах и остался, да? Зверобой, видишь, вырвался. До третьего раунда он был почти на последнем месте. Взял, вот и твой приз. Взял в третьем и взял в четвертом раунде топчик. Молодец. А, лепеха полностью унижен. Ну, как-то так, да? Ну что ж, эксперимент закончен. Теперь давайте с рандомчиками сыграем. Совершенно с рандомчиками. Мне надоело, что все шутят лучше меня, Лиза Симпсон. Я тоже, знаешь, не великолепный шутмейстер тут, знаешь. Так что не надо. Так что терпим. И врываемся в следующий раунд. 3, 2, 1. Ого, полный зал. Надеюсь, мой компьютер выдержит нас. Надеюсь. В интернете всем места хватит. Сейчас еще лепеха пару тысяч своих ботов подсоединит. Держитесь покрепче, ведь мы начинаем. Поехали, сейчас скипнем быстренько все. Код вообще полигональный, жесткий. Приветствую в интернете. Хорошо. Первым будет... Хорошо. Видеохостинг. А, название видео. Панда рожает детеныша. Завидую. То есть, комментарий и название. Погнали. Уже ничего не изменишь. Батя легко вскопает огород картохи. Соло на тромбоне. Походу, вот спасалка какая-то была. Странное видео. Я к ней не отношусь. Вау, школа! Он лапает меня. Учи уроки. Надо было название видео придумать, а они что за фигню пишут? Витя, тащи врачей, я рожаю. Топ 10 магических трюков. Что? Что? Тратит свою жизнь не на то дело. Игроки снова шутят про маяки. Удар в челюсть, и до Гагая я был не пгав. Скандалы в брачную ночь. Подборка скандалов в брачную ночь. Нравится черный и горький. 50 оттенков маяков.
Ой, это было просто прекрасно. Позже повторю. Пацан спрыгнул с крыши. Голосуйте за тот комментарий, который в данном контексте не выглядит самым худшим. Не смешно, пишут. Я знаю, за кого бы я проголосовал, конечно, но говорить не буду. Плохие у тебя шут. Давайте посмотрим, кто получил голоса. Шут у меня плохие. Посмотрим, что думают зрители. Ха-ха, зрители оценили вот мою шутку. Вот кто вас уделал. Ну, к сожалению, очки. Здесь не по зрителям считают очки, а по дизлайкам от игроков, так что... И очков из жалости. Здесь все решил зрительский голос. Я все равно лучший тролль. Ну, боже мой, ему... Афро и Горький нравится. Я не мог не пошутить над этим. Да, про 50 оттенков я пошутил. А теперь игру продолжит... Социальная сеть. Соцсеть? Угу. Погнали. У меня у одного пульс участился. Нет. Спасибо всем за ваши поздравления. Нормально, я тоже так всегда делаю. Человек явно не понял, что надо было сделать. Такой коммент мой просрал. Слабо мы пароль от компа отгадать. Ицукин? А, возможно. Вот это было неплохо уже. Везет. А я неудачник. Вчера в лотерее что-то там миллион выиграл и дом. Я попал на игру Витека. Слаймы девочек, снимающих в ТикТок. Они склизкие, как маяк. Ужас какой. Я завтра с утра в КС пойду. А вы что делать будете? Опять в школу идти. Так. Что вы чувствуете во время венчания? Как будто меня отпевают. Хорошо. Стрим сегодня в 1 с утра. Иди на работу, тварь! Слушайте, я сегодня такого огромного лобстера съел. Нищеброды, можно и получше. Лобстера съел. На лобстера съел. Как бы сказал Зюганов, голосуй или проиграешь. Голосуй или проиграешь. А, так, так. Так, вот, вот это было смешно, вот. Я выбрал. Лоб стер, да, он стер свой лоб. И сел потом на него. Посмотрим, как кто проголосовал. Да ладно, как по мне, вот про венчание, это вообще топ. Я обвенчаю, я за венчание проголосовал. Как-то вот так. Очень хорошая шутка. Давайте посмотрим на результаты этого раунда. Ну и тончайшая шуточка. Тут просто все еще молодые. Да нет, зрители как раз таки выбрали. Наш поезд движется дальше. 602 человека в зале, смотри. Лепеха или просто люди? О, походу дело, Лепеха подключился, смотри. Зрители поперли, 800 уже. Снова да, сломай систему. На сей раз прислушайтесь к своему сердцу. 2000. Кто-то 2000 ботов понагнал, ребят. 2000 ботов понагнали. Я думаю, сейчас кто-то один вырвется у нас. В общем, за счет зрителей одного кого-то вытащат наверх сильно. И еще разок. Погнали. Было громко, но я покушал. Орущий Лепеха. Боже. Играем на укулеле. Что делать, если хочу гитару? Мягко и удобно. Подушка с высшими образованиями. Оу май. Очень скучно и ничего не понятно. Самый топовый сериал. Звездные войны, эпизод 9, Скайуокер, Восход. Не знаю, не смотрел, шутка, видать, хорошая. Зашел, стал мокренький и вышел. Резиновый Немо Лепеха.
Какие шутки у вас страшные. Он как воздух в вакууме отсутствует. Витёк, где мерч? Отсутствует. Купил как-то 5 бутылок. Бутылка с вазелином. Зачем ему 5 штук? Ну, по сравнению с прошлым годом, это хуже. Плакат с героями зеленого слоника. Какой старый мем откопали, а? Пришло время исполнить свой гражданский долг. Голосуйте. Мерча нет, но вы держитесь, пишут в чате. Да, как это так? Сейчас посмотрим, сейчас зрители, знаю, 99% за что-то проголосуют. За счет ботов. Вот что думают люди. Ха, смотри, 94%. Ну, боты. Боты накрутили кирпичу. Кирпич, наверное, ботов напустил. Черт, здорово тебе прилетело. Орущая лепеха. Он меня унизил. Время узнать результат. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сильно. Очень сильно кирпич шутканул. Его теперь не догнать. Последней нашей остановкой будет... фотохостинг. В этом раунде очки удваиваются, так что может произойти что угодно. Весь наш путь вел именно к этому моменту. Это точно. Нет, это не мерч. Ехали с семьей на речку, а там питон. Теперь направляемся в Китай. Чего? Я на Марсе! Илон Маск топ. На Марсе он. Попробуй их скушай. А, тоже хорошо. Висит груша, нельзя скушать. Выгуливаю своего волка. Блин, сегодня фотки классно подписывают. Ах ты негодник, лепёха, нехорошо в кустике гадить. Чё? Что за фигня? О! Я себе луноход купил. Вычислил Немо лепёху по IP. Блин! Слушай, здесь вообще столько топчиков. Время голосовать. Вот это ребята отыгрались, а? Черт побери, я даже не знаю, что выбрать, здесь столько ржача. А-а-а, я не знаю, что выбрать. Ладно. Я выберу «нет, это не мерч», потому что это для меня. Посмотрим, кому достались очки. Лепёху по IP где вычислили. Я ноль заработал. А просто волосился. Не говори. Полное унижение. Я так понимаю, ботовод голосует тупо за меня. Сейчас-то все и узнаем. То есть, кому досталась моя надпись, тот и выигрывает. Слушай, ну вообще весело получилось. Кирпич, отлично. Сейчас тебя обжигать будут. Наверняка это был один из лучших моментов в твоей жизни. Нормусь. Слушай, что первая игра клево получилась, что это. Здесь вот финальный аккорд просто адский был. Сплошной угар. 6 фоток из 8 просто адские угарные были. Ну ладно, я думаю, на сегодня хватит. Повыживали в интернете, теперь вы готовы, ребят, к включению этого, как его там, интернета. Который там... Как он там называется... С глубоким изучением пакетов и так далее и тому подобное. Ставьте лайки, в описании ссылочка на плейлист Джекбокса. Мы и раньше играли в эту игру, но это было довольно давно. Вот решили вспомнить, надеюсь, вам понравилось.
все. Всем пока.